Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня на тестах у нас очиститель воздуха от турецкой компании Micropore, специализирующийся на производстве воздушных систем фильтрации. Это MIA Air Compact, продажи которого стартует уже в ближайшее время. Комплект очистителя воздуха включает документацию на русском языке. Вышел в нескольких расцветках корпуса, что позволяет подобрать оптимальный вариант под интерьер. Цвета белый, антрацит и красный. Выполнен из ABS пластика. Внешний вид аккуратный и нейтральный. Для него предполагается напольное размещение. На боковых гранях углубление в виде ручек под перенос устройства. В этой же части скрываются ремешки для разбора корпуса с целью получения доступа к фильтрам. Важно перед включением MIA Air Compact снять панели и убедиться в отсутствии защитных пакетов на фильтрах. Соответствующие напоминания уже есть на бумажных ярлыках по краям. Крепятся они с помощью клипс, такой способ нельзя назвать самым удобным. Не все из них всегда правильно закрываются с первого раза. Хотелось бы видеть магнитный крепеж. По краям этих съемных панелей расположены вентиляционные решетки. Такое размещение обеспечивает максимальный охват воздуха в помещении. На верхней крышке выпускная решетка, она также сопровождается дополнительным фильтром. В этой же зоне расположена панель управления, состоящая из 4 сенсорных кнопок. На нажатие реагирует корректно, сама логика управления проста и понятна, даже без изучения инструкции. Отдельного дисплея или индикации не предусмотрено. Вместо этого используются звуковые предупреждения и уведомления. Питание подается с помощью кабеля с евровилкой. После того, как вы удалили транспортировочные комплекты, можно начинать эксплуатацию очистителя воздуха. Верхняя сенсорная панель регулирует скорость вращения. Предлагается 3 уровня мощности, минимальный 105 кубов, кубических метров точнее в час, а максимальный 275. В обычной эксплуатации с постоянно включенным MIA Air Compact достаточно первого уровня. Повышение мощности потребуется для проветривания при задымлениях или других сценариях, когда необходимо повысить эффективность очистки воздуха. Помимо этого поддерживается таймер с выбором временных интервалов, в течение которых будет проводиться очистка. Со своей же стороны рекомендуем использовать оборудование в режиме 24/7. Более тонкие настройки и дистанционный мониторинг есть в старшей модели с Wi-Fi модулем и дисплеем. Рассчитано это устройство на помещение площадью до 25 квадратов, и это вполне закрывает все потребности тепловой комнаты в квартире или доме. Также подойдет для небольших офисов. Места для установки много не требует. В данном устройстве используются сразу 4 фильтра, по 2 с каждой стороны. На входе это угольная фильтрация, отвечающая за улавливание химических частиц, а также крупной пыли. Это улавливание испарений различных, формальдегидов, запах табака и дыма. За ним идет уже HEPA-фильтр. Он фильтрует частицы до 0,3 микрон. Достигается полная очистка воздуха, включая аллергены и пыльцу. На фильтр нанесено покрытие антимиг, подавляющее размножение вирусов и бактерий. Устройство прошло официальную сертификацию против COVID-19. Он оказывает комплексное противовирусное воздействие. MIA Air Compact эффективно решает задачи очистки воздуха, помещения от пыли, микроорганизмов, пыльцы, формальдегидов и других химических соединений. 3 уровня мощности, таймер, центробежный вентилятор, защита от перегрева, двусторонний забор воздуха, связка из угольных HEPA-фильтров, покрытие антимиг, аккуратный внешний вид. Не устроить могут отсутствие дисплея и способ фиксации стенок с помощью клипсы. Лучше было бы все-таки магниты. С удовольствием обсудим с вами MIA Air Compact. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.